Небольшой обзорчик простенькой деревенской каркасной бани. Как видим, здесь небольшая баня, помывочная и парильное отделение все вместе. Стоит металлическая печка, каменка наверху в корзине. Печка с двух сторон обложена кирпичом. Но, по всей видимости, это сделано не для людей, чтобы защитить людей, а просто для того, чтобы защитить стены. Печка с навесным баком металлическая, стены каркасные, видно даже, что там какой-то фольгированный утеплитель за досками сделан, откидной полог для экономии места, видимо. Вот так вот он откидывается, вот полог скамеечки приподнятый, видимо, чтобы просыхало все. Здесь скамеечка. Окошко. Вот такая вот небольшая каркасная простенькая банька. Как сделан откидной полог. Видим, здесь прибиты куски приблизительно 50 на 50. Два бруска прибито. Сделан полог. Здесь защелка. И тут он на петлях. Здесь две петли. Они получаются углублены, поэтому голые тела к ним не прикасаются, когда они нагреты. Вот так вот полок вот раскладывается, скамеечка подставляется, и так работает этот откидной полок. Так вот можно просто и бюджетно сделать в небольшой баньке.